Всем привет, с вами снова Лёва Клавкан. И сегодня мы будем играть в FIFA 17. Походить режим и шторы. Седьмая серия у нас. Позже серия была шестой. А я ошибся, я все назвал седьмой. Так уж получилось. Извиняюсь. Как вы помните, мы пишем вот это в Ньюкасл. Писал то, что пишут в соцсетях. И поехали. Куинс Пау, когда я назывался? Не Ньюкасл. У меня очень просто проигрывала замена. Ты бы сказал сюда. Алекс, на матч Кубка Лиги, я поставлю тебя в основу. I want you to start the League Cup match tonight. The chairman wants a good cup. Ну, что, Костя, у нас будет спение в этом году, и не будем поставить. Я тебя не приведу, Дина. Зачем не могу почитать субтитры? Хотя обычно я их не читаю именно в FIFA. Но посмотрим, как все будет развиваться. Это чисто по настроению. Тож, поехали. Первая игра в основе. Для меня. Тоже матч ожидает тяжелый. Надеюсь, у меня получится. Ханта вы не влечет, это понятно. Все окей, думаю я. Мы начинаем. Скоро не посыпать в шоу. Так устроим шоу. Что ж, поехали. Сегодня еще один или два матча. Посмотрим. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины. Скорее всего, один кубковый, но посмотрим, как все получится. И вот мы видим состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без момента. Надеюсь, у нас в основном колорки сели. Поиграем, кроме одного видосика. Ну, там, что же, выливание еще будет долгие, их фиг знает. Как и с любым английским стадионом, с Loftus Road, какая... Куда я побил? Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Ну, если получится, играю и два матча. Алекс Хантер в стартовом составе. Как ты оценишь его выход на замену в прошлой игре, Константин? Ну, Георгий, скорее положительно, учитывая, что времени проявить себя у него было не так много. Но он явно способен на большее. И мы вправе ожидать от него возраста ничего не получилось сделать. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Алекс, ошибка Хантер. У меня. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Потерял он мяч, но кому он достанется? Так. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Куда ты пошуешь? Выходит голкипер, ловит мяч и, в принципе, может сразу начинать атаку. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Совсем не обязательная потеря. А значит, тяжело получается пока что. Хотя мы и атакуем.
Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. И в атаке Дэнни Уильямс. Это Хантер. Вратарь потащил. Вратарь, все под контролем. Ну, кстати, я повел прямо в него. Арбитр назначает угловой. На всем рядышком повел я. Давай, наверное, на меня. Но пошел это не на меня. Потеря. Алекс Хантер. Ладно, не получилось. Мяч будет введен из аут. Мяч отобран чисто. Мяч отобран чисто. Ну-ка, не очень хорошо получается. Нужно забивать, блин! Так обидно все же было. Перехватил, но скачало не туда. Так он там вставает, это видно. Посмотрим за этой атакой. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Держать. Даже я вам помогу. Отлично сыграно, надо решать. Надо было отобрать мяч, пока так. Что ж, первый тайм завершён. Перерыв, говорим об этом буднично, потому что очень буднично. Нулевой счёт. Матч остановлен, и сейчас произойдет замена. Не, не меня меняют. Второй тайм начинаешь. Судья дает свисток к началу второго тайма на стадионе Loftus Road. Только, скорее всего, кстати, два матча сыграю. Если тут не будет дополнительного времени и сели пенальти. Это может быть опасная атака. То есть от этого. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Фолбл. Будет штрафной удар. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. Партнеры поддерживают эту атаку. Отобран мяч, надо возвращаться. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Пока неплохо. Хорошая передача. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Не получилось отдавать мячик. Это уже очень нагрелось. Это может быть опасно. Он накручивает соперников. И все-таки Ханта удалось забить. Поднят флаг арбитра. Офсайд. Но и с офсайда. Ну что, был офсайд? Заметь, игроку не хватило совсем немного, чтобы остаться, да, в рамках. Да, офсайд это был. У лайнсмена просто глаз алмаз. Ну,
Ну, почти. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Тут может что-то получиться. Великолепно исполнен Дэниел Уильямс. Вот так, Паш. И выйти вперед тоже не удалось. Такого момента в этом матче у них... А, нет, он побухнулся, даже получается. Хороший получился удар, вот только точности ему немного не хватило. Основное время истекает через 20 минут. Шейк Тьоте. Замену проводит тренер хозяин. Посмотрим, кто покинет поле. Кантов честно не успевает. Уже. Шейк Тьоте. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Отлично задуман, отлично исполнен. И вратарь забирает этот мяч. Какая изящная передача. Хантер в атакующем рывке. Шейк Тьоте. Можно подумать, кому сделать точную передачу. И вот процент владения мячом нам показан. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Красиво сыграно, как эффектно. Бей. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. До конца игры 7 минут. Сандро. Великолепная игра в пас. Сандро! Неплохо. Оставалось только забить. Все было в руках игрока, но и еще раз. Игрок вполне мог сейчас отличиться, но, видимо, не чувствовал в себе уверенности, когда наносил этот удар. И меняют именно меня. Пожалуй, как они больше меня ошибают. 1-0 выиграли. Потому что мы еще один матч ошибаем, думаю. И сейчас же будет тренировочка. Кто посвящена дриблингу? Diligence and focus are what make great play. Ну, хотя, конечно, бегать как угорелый, вставаешь, пократь себя. В новой команде. Думаю, у меня более-менее получается. Так. Первая тренировка завершена. Сейчас будет вторая тренировка. В принципе, вроде бы тоже не так сложно. Что-что, вон же задание я должен уметь выполнять. Как получается, и даже получается поглядеть именно на школость. Ну,
Ну да, потопило его, конечно, но в целом все достаточно путево. Она сейчас была совершена. Но в итоге получилось. Троечка, конечно, но получилось. Ну даже что-то улучшил. Так что-то получилось, появилось. Виспа вылетела. Нет, вторую игру все-таки не будет. Сейчас тренировка, и на этом уже закончим. Если вопрос, это не было игрок, то да. А так... Сейчас протянем удары и завершим. Что ж, поехали. Пока получается. Гол. Там будет еще один гол, думаю. Да. Так оно и здесь. Ну, на не получится ночлёг. Я только на троечку, ладно. Пора кидать правого шута. Сейчас получится, да, так оно есть. Вытаешь паш. Сейчас я именно шаблаты кидаю. Вот так вот надо. Тушим ему в руки. Ну тоже на тылы. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До скорого!